Добрый день, дорогие друзья! Вы находитесь на канале СтройГарантАнапа. Меня зовут Дмитрий, я являюсь инженером проектно-технического отдела. Мы занимаемся разработкой технической документации и воплощением этой документации уже в реальную жизнь. Довольно часто нам приходится общаться с клиентами вживую, дистанционно общаться через различные сервисы, через WhatsApp, а также на нашем канале в YouTube вы очень много оставляете к нам вопросов по поводу тех или иных материалов, используемых при строительстве, по поводу каких-то решений. И благодаря этому у нас возникла задумка поговорить с вами об этом и рассказать вам об определенных тонкостях и решениях, которые мы используем при строительстве ваших домов. Сегодня мы поговорим о внутренней отделке наших домов. Выбор достаточно большой. И, возможно, вам интересно было бы понять, по каким принципам или по каким критериям мы выбираем те или иные отделочные материалы. И в этом нам поможет наш специалист по работе с клиентами Татьяна. Татьяна, привет! Добрый день, Дмитрий. Смотри. Нам сегодня с тобой нужно поговорить о том, каким образом клиенты могут выбрать отделку. Как я понимаю, сюжет наш может развиваться двумя способами. Да. Первый вариант – это если дом находится в свободной продаже. Тогда клиент, приобретая дом, может уже купить готовую отделку. Да, готовая отделка. В таких случаях, как происходит выбор отделки и какие, возможно, способы вы применяете для этого? Смотрите, принципы типовой отделки мы выбираем по гармоничности, то есть как будет сочетаться обои, плитка, ламинат, то есть чтобы клиент уже мог заехать и у него была уже современная отделка, в которой ничего не надо будет менять, и в принципе самые актуальные цвета, самое актуальное и новое мы делаем именно в такие дома, которые идут без клиентов, потому что потом, видя нашу отделку, которая уже готова, клиенты начинают и другие также хотеть. То есть, условно говоря, мы подобрали какой-то определенный объем, перечень материалов, которые друг с другом сочетаются, которые есть всегда в наличии, с которыми нет проблем с поставками, и мы их стараемся использовать в наших домах, которые идут на продажу. Готово. Если второй вариант, то есть я покупатель, я пришел, дом еще находится на этапе строительства, допустим, сейчас мы заливаем фундамент. Да, конечно. То есть в этом варианте клиент выбирает сам, то есть он примерно должен видеть свою картину, как он хочет, либо посмотреть наши готовые дома, поехать, примерно посмотреть, что, как вообще сочетается. И далее мы работаем с клиентом, показываем наши материалы. Ну, то есть я условно хочу построить себе дом 130 квадратных метров, я заезжаю на Жемчужину, я вижу уже построенный дом 130 квадратных метров, я стучусь в дверь, говорю: здравствуйте, Василий Михайлович. Ну, кстати, у нас все клиенты очень добрые. Да, могу зайти, посмотреть и примерно оценить, спросить, как это находится. У нас просто есть готовые дома, которые в свободной продаже, и их можно посмотреть, не требуя. И примерить к своему дому. Примерно, хотя бы, хоть примерно как-то познать, какое сочетание будет более. То есть, вот, например, клиенты приезжают, в принципе, вообще не представляя, что они хотят изначально, потому что, в принципе, стены пустые, и здесь надо прям хорошо поработать в фантазии. Тогда еще один вопрос. Если я клиент, и я выбираю отделку, какой диапазон или что меня ограничит в выборе? То есть я, находясь в этой комнате, должен выбрать только то, что находится в этой комнате, или я могу где-нибудь там с Сан-Франциско выбрать модный бутик по обоям, и вы мне эти обои привезете, и мы это сделаем. Да, Дмитрий, смотрите, вы можете выбрать, как и у нас, то, что у нас представлено в шоуруме, также выбрать и в других магазинах. Ну, конечно, не так далеко, как вы хотите, но возможно. Диапазон здесь, конечно, ограниченный, то есть у нас есть лимиты, которые идут на отделку, да, и по этим лимитам вы должны примерно понимать, что вы сможете выбрать. Если вы, например, хотите что-то прям шикарное, дорогое, то без проблем, то есть вы просто будете доплачивать сумму разницы. То есть получается, допустим, у меня есть средняя стоимость у данного вида обоев, вы мне ее озвучиваете, если я, видя все это разнообразие меня что-то не устраивает, я иду в какой-то магазин, да, выбираю примерно в этом же диапазоне цен, и также мы это спокойно делаем. Да, также мы с вами это все обсуждаем, вы говорите мне артикул, говорите магазин, конечно, это лучше все-таки Краснодарский край, мы все-таки здесь живем, и доставки отсюда производятся, и, в принципе, без проблем, то есть как нравится нашим клиентам, мы идем навстречу всему. Как я понял, не все клиенты хотят использовать один вид плитки или керамогранита во всех отделочных решениях. То есть у нас мы можем предоставить что-то большее для клиентов. Да, смотрите, у нас есть плитка на любой вкус и на любые предпочтения. Есть с цветами, есть геометрические, есть современные под дерево, под бетон. Вы можете выбрать из нашей коллекции. Также, опять-таки, вы можете выбрать, например, в других магазинах, как я говорила ранее, с обоями, то есть, но скажу максимально, чаще выбирают нашу, потому что она реально качественная. И... Я так понимаю, что эти стенды постоянно обновляются, да? Я вот вижу, что время от времени меняется. Да, меняется ассортимент, всегда появляется что-то новое, мы обязательно берем к себе. Опять-таки мы выбираем только хорошее качество, чтобы плитка удовлетворяла всем нашим требованиям. То есть получается, это у нас настенная плитка, также здесь у нас представлена, как я понимаю, плитка использована для монтажа на пол. Кстати, чаще всего плитка, там, где идет плитка, обычно у нас идет теплый пол, что немаловажно. Так, что у нас по потолкам? Потолки у нас идут натяжные. Если я, допустим, ну, как клиент, не хочу видеть у себя натяжные потолки, что мы можем еще предложить клиенту? Очень редко, конечно, такое бывает, потому что, в принципе, натяжные потолки – это современная сейчас технология. Но также мы можем предложить поклейку обоев. По основанию гипсокартона. Да, гипсокартона, либо шпаклевки и клеем обои. Да, если у нас это, я понял. То есть варианты тоже есть, кому как удобно. Но чаще, конечно, сейчас наоборот клиенты ходят натяжные, но с какими-нибудь, скажем, в качестве декора мы можем ставить, ставить какие-то ставки на потолке. То есть это сейчас тоже очень часто идут. Татьяна, ну спасибо большое тебе за то, что ты нам рассказала, показала все это многообразие отделки и... Конечно, очень хорошо, что нас, в принципе, ничего не ограничивает. Я так понимаю, что самое главное – это предусмотрительно заранее это все выбрать, и тогда проблем не будет никаких. Рада была помочь. Всегда на связи с нашими клиентами. Всего хорошего. До новых встреч. Да, друзья, подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписан. Пишите комментарии, что бы вы хотели, чтобы мы осветили в следующей рубрике. И до свидания.